Земля. Она кормит нас, дарит уверенность в завтрашнем дне. Но ее возможности не безграничны. Земля тоже нуждается в заботе. Пришло время отблагодарить ее с помощью новых технологий обработки почвы и новой техники. Сельскохозяйственная техника компании «Хорш», в основе которой лежат почвосберегающие технологии, это бережное отношение к земле, это уверенный шаг в будущее, это надежность. С любовью к земле. Основным девизом компании «Хорш» является девиз «С любовью к земле». И вот уже на протяжении более чем 35 лет компания «Хорш» выпускает машины, которые соответствуют этому девизу в полном смысле слова. Время диктует свои правила, и важным качеством для земледельца сегодня является способность быть мобильным, трезво оценивать временные трудостраты. И при всем этом не потерять в качестве. Все машины компании «Хорш» приходят из практики. Основатель компании «Хорш» Михаэль Хорш, сам фермер, поэтому мы стараемся производить машины, которые бы соответствовали простым критериям: простота, надежность, многофункциональность этих машин. Одной из таких машин является машина «Фокус 6 ТД». Задачей «Фокус ТД» было аккумулировать многолетний земледельческий опыт для получения устойчивых стабильных урожаев и при этом сократить издержки на их производство. Посевной комплекс «Фокус ТД» принципиально отличается от традиционных агрегатов тем, что уже вместо почвообрабатывающих дисков для обработки почвы используются почвообрабатывающие лапы. И через них сразу же одновременно производится и внесение удобрений непосредственно под рядком посева. Первая задача – это полосовая обработка, обработать там, где нам нужно. Вторая задача – убираем эту плужную подошву, и корневая система растения, само растение развивается в наиболее благоприятных для себя условиях. Благодаря высокотехничным решениям «Фокус ТД» стал прорывом в земледелии. Узкие ЛД-лапы рыхлят почву в местах рядов посева и адресным способом закладывают депо удобрений. Стойки «Террагрип» адресно рыхлят почву и устраняют растительные остатки в горизонте прорастания семян и развития корневой системы возделываемой культуры. Гладкие диски могут быть использованы как для выравнивания, так и гребнеобразования. Удобрения вносятся адресным способом в виде депо на разную глубину. Мы можем вносить удобрения, например, в верхний горизонт, можем вносить удобрения в нижний горизонт, можем вносить и в верхний, и в нижний. Это зависит от того, какую систему машин использует хозяйство и как оно работает с минеральными удобрениями. При работе с локальным внесением удобрений мы можем обеспечить сокращение нормы внесения удобрений на 30% без потери урожая. Тем самым мы экономим средства на минеральное удобрение. А учитывая, что почвообработку проводят непосредственно по стерне, на поле сохраняется большое количество пожнивных остатков, которые дополнительно защищают почву от пересыхания. «Фокус ТД» – это принципиально новая машина, которая позволяет достичь оптимальных результатов. Мы позиционируем эту машину в первую очередь как машину для возделывания рапса. Почему? Потому что она, как никакая другая машина из посевных комплексов семейства «Хорш», соответствует биологии культуры, такой культуры рапса. Отличительные особенности «Хорш Фокус ТД». Концепция полосовой обработки. Почва обрабатывается только в рядах посевов. Освобождение зоны расположения корневой системы от органического материала и закладка депо удобрений на заданную глубину.
глубокое рыхление, адресное внесение удобрений, подготовка посевного ложа, посев и все это за один рабочий проход. Мы брали и проводили опыты, высевали рапс разными посевными комплексами компании «Хорш». Лучшее развитие корневой системы и более здоровое растение мы получали при посеве хоршевской машиной «Фокус ТД». Даже неблагоприятные почвенно-климатические условия не помеха для «Фокус ТД». Его работа способствует получению ровных всходов и оптимальному развитию растений. Сев озимого рапса был ужасный. То есть недостаток влаги, дополнительные обработки, пахота, предпосевная подготовка, неравномерно схода. Но когда эта сеялка зашла на поле, и без каких-то обработок мы сеяли озимый рапс, я говорю, я был насторожен. Но через 4-5 дней, условно, где-то так получилось, всходы были просто идеальные, раскладка идеальная. То есть те сантиметра полтора, что я закладывал, по глубине высева идеально все разложено было, и всхожесть была просто идеальна. Посев рапса и пропашных культур шириной междурядий 30 см. Каждый сошник турбодиск строго следует за стойкой террогрип и колесом почвоуплотнителя. Достаточное междурядие для широкорядного посева рапса или бобовых культур. Глубина рыхления от 10 до 35 см идеально соответствует технологии возделывания рапса. Дополнительно под бороздой посева разрушаются уплотнения, убираются растительные остатки и формируется депо удобрений. Это важнейшие предпосылки для развития мощной корневой системы растений. Посевной комплекс «Фокус» наилучшим образом себя показывает на посеве рапса, но данная машина работает и для традиционных культур, то есть зерновых, трав и также для посева кукурузы. Концепция посевного агрегата с раздельным расположением бункеров для удобрений и семян обеспечивает высокую производительность посева и делает машину незаменимой для крупных агропредприятий. «Фокус ТД» – это максимальная точность настроек и дозирования семян, которые находятся под давлением в закрытом бункере. Это техническое решение предотвращает их зависание и многократно повышает качество даже при высоких дозах и на больших рабочих скоростях. «Фокус ТД» может быть оборудован дополнительным третьим бункером «Мини-дрил» на 400 литров. Таким образом, существенно сокращается время на загрузку. Дополнительный бункер «Мини-дрил» – это опция, которую мы рекомендуем устанавливать всем на данную машину. При посеве рапса, загружая ее, это 400 литров. Основной бункер мы уже 5000 литров используем для внесения удобрений. Тем самым сокращаем количество загрузок и увеличиваем производительность. Сев по технологии стриптил и ноутил дает значительную экономию удобрений. Сложная почва также не проблема. «Фокус ТД» от компании «Хорш» работает стабильно на любой почве. Данная машина позволяет работать на разных типах почвы. Это связано с некоторыми факторами. Значит, на тяжелых почвах понятно, что здесь самое главное давление на сошник и усилие срабатывания лапы. Она позволяет работать на тяжелых почвах. На легких почвах часто возникает вопрос подбивания катка. В сеялке «Фокус» применен метровый каток, что позволяет эту проблему исключить. Задача, которую ставит руководитель передо мной, это получить урожай не любой ценой. На сегодняшний день надо считать деньги. Вот, поэтому должен быть урожай экономически оправдан по-любому. По-другому нам просто не выжить. Еще один приятный бонус. Экономия топлива при одновременной адресной обработке почвы, внесении удобрений и посеве составляет от 10 до 14 литров на гектар в зависимости от типа почв. Усредненная часовая выработка 4-метровой машины где-то в районе 3-3,5 гектара в час. А дальше смотрим за смену. 10-часовая рабочая смена, получается 30-35 гектар с разворотами и загрузкой. Сеялкой «Фокус 6 ТД» можно засеять 45 гектар за один световой день. А при круглосуточной работе – около 90 гектаров. Данная машина оборудована LED-подсветкой, которая позволяет работать в ночное время. И если взять какую-то машину с семейства «Хорш» для возделывания, например,
зерновых культур и взять машину Focus TD, близкую, например, по ширине захвата, в ценовом диапазоне Focus TD может выглядеть несколько дороже. Но благодаря тому, что мы можем за один проход выполнять несколько технологических операций, даже меньше, чем с другими хоршусскими машинами, мы экономический эффект получаем налицо. Хочу отметить, что опыты проводились в лучших хозяйствах Гродненской области, где культура земледелия очень на высоком уровне. Мнение клиентов поменялось после того, как через неделю начались дружные ровные всходы. Осенью Focus 6 TD становится незаменимым помощником, когда нужно уложиться в оптимальные сроки сева озимых культур. Посевной комплекс Focus дает возможность высвободить технику и рабочие руки. Приходит такой момент, когда ты, скажем так, вот пришел к какому-то пику. Вот дальше нужно что-то искать. Нужно искать какую-то изюминку. То ли по сортам, то ли по системе возделывания, то ли в каких-то нюансах машины. Специфика работы с нашими клиентами заключается в том, что они на практике должны посчитать экономию и себестоимость продукции. Данную информацию мы сможем получить только после уборки. Но уже на сегодняшний момент я могу с уверенностью сказать, что при отсутствии влаги и высокой цене на удобрение данная машина будет востребована в Республике Беларусь. Новые интегрированные сеялки от Хорш – это поддержание естественного здоровья и плодородия почвы. Это бережное отношение и экологичность. Земля обязательно отблагодарит вас за использование техники Хорш. Потому что все, что делает Хорш, он делает с любовью к земле.